Привет, друзья! Сегодняшний эксперимент заключается в сравнении звука Sennheiser CX-200 и выглядящих точно так же Sennheiser CX-180. У нас есть два iPhone SE, да? Абсолютно одинаковые устройства. Это как раз позволит подключить одни наушники сюда, одни сюда. Давайте. И быстренько переодевать, да? Одни наушники, другие. И в них будет играть одна и та же мелодия. Что мы знаем изначально про CX-200 и CX-180? У них примерно одинаковая цена, в районе 1000 рублей. Абсолютно одинаковый внешний вид. Они совсем ничем не отличаются. В отзывах в интернете есть инфа, что якобы 180-е звучат интереснее. Вот. Их, в общем, различить нельзя. Все абсолютно одно и то же. Корпус полностью одинаковый. Итак, что мне интересно. Звук на обычной громкости. Звук громко. Ну, естественно, первое, да, впечатление. Первое впечатление о звуке. Зачем создавать две абсолютно одинаковые модели? Первое впечатление, что в CX-180 басы более поверхностные, в CX-200 более глубокий. Давайте попробуем навалить громкость и посмотреть, что будет происходить. Да, в 200-х вибрация от баса больше, больше гудит. Знаете, масштаба нет ни там, ни там. Друзья, звук очень похожий. Мне кажется, что в CX-200 басы чуть более глубокие, чуть больше гудят, чуть больше чувствуется вибрация от баса. Но, знаете, это не катастрофическая разница, как между, например, Sony EX-15 и JBL TE-290. Это разница такая весьма несущественная. Да? То есть, в принципе, это прям вот нужно постараться, чтобы ее услышать. То есть, на мой взгляд, Sennheiser CX-200 и Sennheiser CX-180 – это одни и те же наушники. Разницы я не заметил совершенно никакой. Коннектор, что ли, длиннее? Да нет, такой же. Короче, парни, разницы нет. Наушники и те проигрывают Sony EX-15 в драйве, в удовольствии от прослушивания. Особенно это заметно, если вы делаете громкость выше средней. Никакого смысла в покупке Sennheiser CX-200 или Sennheiser CX-180 я не вижу. Также я не вижу смысла в покупке Sennheiser CX-300, обзор на который был чуть раньше. Особенно меня делает грустным их цена в 1000 рублей. Я думаю, что уважаемая кем-то компания Sennheiser выезжает именно на свои истории, что они были вроде как первооткрывателями всех вот этих наушников с вакуумом, да? Поэтому люди продолжают их покупать по инерции. Если у вас есть интернет, если вы решили разобраться в вопросе крутых наушников, пожалуйста, обратите внимание на более доступные модели с более качественным и интересным звуком. В подписи к каждому видео есть ссылка на рейтинг всех недорогих наушников. Там есть цена, краткое описание того, что мне показалось интересным в этих наушниках. Вы вполне можете мне не доверять. Да, действительно, зачем доверять человеку, который просто взял и купил 30, уже больше 30 самых популярных наушников и просто их все послушал на одинаковых устройствах. Да, ну какое тут может быть доверие? Поэтому найдите в вашем городе магазин, где можно послушать наушники перед покупкой, сравните, купите то, что вам показалось более интересным, но только обязательно они, естественно, должны быть прогреты, да? Уточните у продавца, что наушники работали, ну, по крайней мере, 24 часа. Ну, или, например, их открыли в магазине месяц назад. Вот это будет качественный тест. И, ребята, я всегда за крутой звук. Помимо вот таких скучных битв одинаковых наушников, у меня есть битвы более интересные. Например, CX-200 мы сравнивали с EX-15.
беспроводные JBL T110 мы сравнивали с JBL E25BT, их же сравнивали с Huawei AM61. Да, смотрите на канале, подписывайтесь, ставьте комментарии, оставляйте комментарии. И среди всех, кто что-нибудь дельное прокомментировал на канале, каждый месяц я разыгрываю Panasonic 118 разных цветов, как самые крутые и самые дешевые наушники на сегодняшний момент. Вот, сходите в магазин, послушайте, как звучат Panasonic 118 за 400 рублей против тысячных, да, Sennheiser 180-200, и напишите в комментарии, что вам понравилось больше, да, это тоже будет интересно. Все, всем спасибо, всем классной музыки, классного звука, что самое главное.